В Бурятии с начала года произошло 105 дорожных происшествий с участием несовершеннолетних до 16 лет. Из них пострадало 122, погибло 4 ребенка. С началом учебного года детей на дорогах станет больше, поэтому сотрудники ГИБДД рекомендуют родителям еще раз провести беседу со школьниками, как правильно переходить дорогу. Необходимо родителям юных школьников прорабатывать маршрут дом-школа-дом, то есть на примере показывать основные ошибки, где могут произойти опасности для детей, показать, что транспорт, где должен остановиться, и самим показывать, как правильно и где правильно переходить проезжую часть, не забывая показывать те основные ошибки и быть примером для своего несовершеннолетнего ребенка. Старшеклассникам стоит напомнить, что при переходе дороги надо снимать наушники и не отвлекаться на телефон. Быть внимательнее нужно и водителям.